Достаточно трудно отыскать ребенка, который равнодушно отнесется к реву пожарной машины, к форме спасателей, да и просто к пожарному делу. Даже мельком посмотреть на несущихся куда-то на помощь борцов с огнем – уже большая удача. А рассмотреть настоящее оборудование, технику и боевые костюмы, а еще услышать захватывающие истории о тушении пожаров, спасении людей и животных – особенно интересно. Сегодня в очередной раз мы встречаем детей, в данном случае 16-го сада. Дети пришли к нам на экскурсию, мы показываем им наши возможности, то, что мы умеем. Все это делаем мы на регулярной основе, потому что для нас очень важно, чтобы именно подрастающее поколение понимало, что такое труд пожарного, что такое тушение пожаров и их предотвращение. Тем более сейчас весной, когда вот сходит последний снег, каникулы, хотя дети маленькие, но мы любим общаться и со школьниками, и со всеми малышами, потому что в преддверии сезона сухой травы, когда сейчас дети начнут гулять, начнутся палы сухой травы, мы им рассказываем о пожарной безопасности, о том, что нельзя пользоваться спичками, нельзя жечь сухую траву, всевозможные правила пожарной безопасности. Ну и, конечно же, рассказываем о своей профессии, показываем технику, они всегда очень довольны, им это нравится. Всегда мы рады, когда кто-то приходит к нам в гости, мы ждем всех, и школьников, и старшее поколение. Пользуясь случаем, хочу еще раз напомнить, что в преддверии сезона люди должны соблюдать правила пожарной безопасности как в жилье, так и на улицах нашего города. На этот раз гостями 14-й пожарно-спасательной части стали воспитанники детского сада номер 16 «Золотой ключик». Инструктор местного отделения ВДПО Ольга Казакова и борцы с огнем организовали для ребят незабываемое путешествие в мир пожарных. Экскурсия в пожарную часть – это не просто праздник или игра, но и интересное знакомство с повседневной службой огнеборцев. Несомненно, экскурсоводами стали самые настоящие пожарные. Так, например, командир отделения Сергей Гридин рассказал малышам о пожарных машинах, объяснил устройство каждого механизма. Ребята не только рассмотрели все детали пожарной техники, но и посидели внутри спецавтомобиля. Дошколятам даже посчастливилось самостоятельно управлять пожарной лестницей. Правда, под строгим контролем командира отделения. Восторгу не было предела, когда пожарный Артем Михайлов еще и продемонстрировал подъем на высоту 5-го этажа. Юные гости с большим интересом слушали о тяжелой, но увлекательной и интересной противопожарной службе. На прощание малыши получили памятки с правилами пожарной безопасности от инструктора местного отделения ВДПО Ольги Казаковой. Такое удивительное путешествие к настоящим героям не оставило равнодушным ни одного ребенка. Мы с детьми очень под огромным впечатлением от нашей экскурсии. Огромное спасибо пожарной части, ребятам, что они нас пригласили. Ребята увидели очень много интересного, увидели пожарную лестницу, сами попробовали тушить пожар. Большое спасибо.